цены производителей мясного сырья для выпуска кормов для домашних животных стабильны, сообщает Минсельхоз. Таким образом, в ведомстве прокомментировали сообщение в СМИ о том, что швейцарская компания Nestlé предупредила о подорожании своей продукции на 12% из-за роста стоимости закупки сырья. Цены производителей в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась, а свинина и курятина подешевели на 4-4,5%, отмечают в ведомстве. Вместе с тем, на себестоимость продуктов влияют и другие факторы, такие как изменение стоимости упаковки, тарифы на электроэнергию, транспортировка и другие составляющие, считают в Минсельхозе. Между тем, эксперты считают, что в случае действительного подорожания владельцам кошек и собак придется делать непростой выбор. Если вы уже кормите питомца, кормите искусственным кормом, то его, конечно, может оказаться не так-то просто перевести на натуралку без каких-то негативных последствий. Кроме того, ряд животных, будь то кошки или собаки, или щенки особенно, они нуждаются в специальном питании в силу каких-то ограничений по их здоровью. Им нужен специальный сбалансированный, например, неаллергенный корм и так далее. Может быть, с какими-то добавками минералов, витаминов. Поэтому для некоторых владельцев это, конечно, станет проблемой. Особенно тех, у которых не очень большой материальный доход. Вот. А кто-то, может быть, и достаточно спокойно это переживет. Ну, для кого-то подорожание будет несущественным, то есть люди, которые имеют возможность покупать более дорогой корм. А кто-то, возможно, будет искать альтернативные варианты постепенного перевода животных на натуральный корм, который тоже подорожал, но все-таки, наверное, будет доступнее, чем особенно импортные сейчас корма, которые стоят просто каких-то неадекватных денег.